спектакль Солженицына. Вот та кофта, которую он очень любил и десятилетиями репетировал в нем. А почему я поставила то, что семья? Потому что этот человек бесконечно уважал свои корни, свою семью, их чтил, любил. И я думаю, что то, что он получился таким, как он получился, наверное, большая заслуга своих предков. Вот мы видим там, на этих фотографиях. Я...